Что делать жителям? На каком основании нас лишают законного права частной собственности? Жители разрушенных российской армией домов Мариуполя стали записывать обращения к Путину, в которых жалуются, что на месте их снесенных домов российская оккупационная администрация строит коммерческую недвижимость, которую продает за деньги, а самим жителям в лучшем случае платят какие-то копеечные символические компенсации, за которые нормальное жилье не купить, ну а в худшем случае просто выбрасывают их на улицу. Такие обращения записали жители сразу нескольких домов Мариуполя. Например, жители бывшего дома с часами, который раньше находился в самом центре города и был визитной карточкой Мариуполя. Российская авиация уничтожила его авиаударами, и теперь на месте дома, который имел историческую ценность, строят с нуля уродливую новостройку. Но квартиры в ней не отдают бывшим жильцам, которых потеряли жилье, а выставили на продажу для россиян, у которых есть деньги. Дальше просто послушайте, что рассказывают люди. В городе полумиллионнике, где большинство домов пострадало на сегодняшний день, на данный момент 465 домов снесено. В каждом доме от 100 до 200 квартир. То есть не надо быть математиком, чтобы посчитать, сколько человек остались без крыши над головой и вынуждены скитаться по съемным квартирам, знакомым, другим городам и странам. Ну, я просто напомню, что Россия вот это вот называет помощью людям Донбасса. Хотя, как видим, сами люди не очень-то довольны, что им так помогли. Вот простой пример. Дом по адресу на Донецкая Народная Республика, город Мариуполь, Ленина, 75Б, имеющий историческую ценность, известный как дом с часами, подвергался множеством обстрелов, на 2 авиаудара, 5 раз горел. Часть жителей погибла. А кто же наносил эти авиаудары? Украинская авиация по Мариуполю не работала. Украинские самолеты туда не долетали. Город был окружен. Это исторический факт. Удары по Мариуполю наносила только российская авиация. Таким образом, разрушение этого дома на украинскую армию никак не спишешь. Это Россия разрушила жилье этих людей, а теперь строит на его месте коммерческую недвижимость для себя. Дом приведен в аварийное состояние. Его обещали восстановить, но 22 декабря 2022 года дом снесли. Жители надеялись, что исторический центр Мариуполя восстановят, и они вернутся в свой дом. Но оказалось, что уже выдано разрешение на строительство в коммерческих целях для нового дома. На месте снесенного по адресу Донецкая Народная Республика, город Мариуполь, проспект Ленина, 75Б, и началась стройка. Что делать жителям? На каком основании нас лишают законного права частной собственности? Видимо, на том основании, что пришел русский мир. Пришли оккупанты. Как бы они ни называли там себя освободителями, мы видим, что ведут себя они именно как оккупанты. И их задача изгнать коренное население Мариуполя из их домов и заменить это коренное население какими-то другими людьми, которых, скорее всего, просто привезут из России, потому что у жителей Мариуполя нет денег на покупку квартир, они всего лишились, их жилье, их имущество уничтожено, и покупать такое жилье в Мариуполе сейчас смогут только люди из России. И это не единичный случай с этим домом с часами. Такая же ситуация и у других мариупольцев, которые жили на проспекте Нахимова, они тоже записали обращение к Путину, потому что их дом точно так же был уничтожен российской армией, а сейчас оккупационная администрация на его месте строит новый дом, квартиры в котором продаются за деньги. То есть на этом еще и неплохо кто-то зарабатывает. Просто на горе жителей Мариуполя. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам как к гаранту Конституции Российской Федерации. Наш дом был разрушен во время боевых действий. Нахимова, 82, Мариуполь. Мы остались без жилья. Наши дети, старики и мы все остались на улице. Местная администрация перед сносом дома обещала и гарантировала нам то, что мы будем жить в отстроенном доме на месте нашего разрушенного. Но по факту получилось по-другому. На месте нашего дома строят жилье под продажу. Цена в этом
доме 104 тысячи за квадратный метр. Компенсационные выплаты 35 тысяч за квадратный метр. Мы не в состоянии заплатить такие деньги и повторно купить свое жилье. Это, конечно, довольно странно обращаться к человеку, который сам же все это и устроил, и надеяться на какую-то помощь от него. Но, видимо, у людей просто совсем отчаянное положение, у них просто нет никакого выхода, и они прибегают поэтому даже вот к такой несколько абсурдной и нелогичной мере. Вот они в своем обращении, вы слышали, да, говорят о том, что им выплачивают какие-то компенсации в размере там 30 тысяч российских рублей за квадратный метр. То есть это по нынешнему курсу, на секундочку, $300 за квадрат. И понятно, что нормальное жилье за такие деньги просто не купить. Но его в принципе не существует. Ни в Украине, ни в России просто нет таких цен. В нормальном городе, да? То есть за эти деньги вы можете купить какую-то халупу в селе, конечно, или в каком-то поселке депрессивном, где нет никакой работы. Ну или либо в зоне боевых действий, где просто опасно находиться для жизни. Но в нормальном городе, повторюсь, где есть работа и нормальные условия проживания, таких цен нет. То есть что сделала Россия? Она пришла к этим людям, они жили в Мариуполе, в прекрасном месте, в самом центре, в хорошем городе у моря. Россия стерла с лица земли их жилье и теперь выдает им какие-то копейки, говорит, ну, нате, идите, купите себе где-то в райцентре там какое-то жилье, в лучшем случае будете каким-то коровам хвосты крутить, ну, либо, извините, как бы сидите без работы. Ничего другого у нас для вас нет. И вот так и выглядит та самая помощь людям Донбасса, о которой все время говорит Россия. И вы видите сами, что об этом открыто говорят не какие-то анонимы, да, в соцсетях, а реальные люди, которые не скрывают своих лиц. Они прямо говорят все, что они думают о такой помощи, да, от России. И они говорят, что с ними Россия на самом деле делает. И вот эти видео надо показывать всем, кто рассказывает, что Украина якобы страшно притесняла Донбасс, а Россия вот пришла и помогла. Но Украина не отбирала жилье у этих людей. В плохой так называемой Украине они жили у себя в своих квартирах, их никто не выгонял. А пришла Россия, и она разрушила их жилье, выгнала их с того места, где они жили. Теперь просто строит на их месте новые дома и продает их за деньги, наживаясь, зарабатывая на этом. То есть, ну точно не Украина враг для этих людей, а именно Россия ведет себя как враг, потому что Россия выгоняет их из их родных домов, из их родного города, по сути, заменяя коренное население Мариуполя, выживая его и заменяя его какими-то другими людьми, которых привезут из России. И вот это, друзья, крайне важно доносить до максимального количества людей, до мирового сообщества, что сейчас делает Россия на Донбассе. Поэтому помогайте распространять эту информацию. Оставьте комментарий или лайк к этому видео. Это важно, это поможет ему получить больше охват, больше людей его увидят на YouTube. Ну а также обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и поделитесь этим видео в своих соцсетях.